Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть Don't Starve Together. В прошлой серии мы подцепились к русскому серверу, который создал парень Джон Лок 1000. Он уже 7-й день в этом мире, я всего лишь 3-й. И давайте, наверное, поохотимся опять на бифала. Я не знаю, что нас будет ждать в этом мире, поэтому лучше подготовиться заранее. Еды тем более стоит заготовить. Особенно потому, что если мы абсолютно сыты, у нас и очень хороший урон. Мы можем атаковать, проводить довольно хорошие атаки, сильные, мощные. Но для этого нам нужно, конечно, поесть. Поэтому берем копье. Вешаем броню. Так, сумка выпадает, один фиг. Давайте тогда вот здесь сумку пока оставим. Побежали искать бифала. Так, вот она уже, жертва наша первая. Получим. Что-то мы их дофига сагрили опять. Ой, что-то вообще много. Вот этот вот заблудшая душа, иди сюда. Ну, что-то он в болоте буксанул. Ну, красавчик. Ой, я аж обкакался с ужаса-то какого. Конечно, чё ж там. Блин, это оружие, конечно, тоже не особо лучше, чем топор или кирка. Блин, я еще урон получаю, мне уже броня подизносилась, слегонца. Так, кто-то присоединился. Давайте глянем. Да, кто-то присоединился. Пишем. Хай. Кто ты? Кто ты есть такой? Еды подсобрали. Пойдемте еще одного бифалку выманим. Так, хай-хай. Еще один бифала. И иди сюда. Так, там еще один бежит очень разъяренный. Тем фактом, что тронули его товарища. Отлично. 1, 2, 3, 4. Отбегаем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 успеваем. 1, 2, 3, 4, 5. Отбегаем. Еще. Ой, ёп, зазевался. Так, лучше, наверное, отъесться и... Отъесться, как сказать-то. В общем, набраться сил. И тогда бить в полную силу, а то так как-то у меня атаки совсем не айс. Долго же я убивать буду этого бифала. Отлично. И следующих бифала, наверное, надо убивать уже полным сил и энергии. А то как-то не очень. Где наша сумка? Наша сумка, вот она. Да я понял, что ты... Стопэ, парень. Это моя сумка. Пошел. Мы сейчас приготовим покушать. Наберемся сил и завалим еще одного бифала, как минимум. А лучше несколько. Давай, набирайся сил. Нам нужно быть сильными. Для того, чтобы одолеть это исчадие рогатое. Все, все, я мускулистый, весь такой, перекачанный. Иди сюда. Так, теперь смотрим.
сколько мне времени потребуется, чтобы его убить в таком состоянии. Я думаю, мы гораздо раньше сможем одолеть. Ай. Пинг все-таки пошаливает. Ну, получай. Жесть. Я думал, все-таки быстрее тебя убью. Но не задалось. Гад, не хватило одной атаки буквально. Я уже думал просто зарашить. Чё-то он какой-то вообще не мясной. Странно. Давайте еще одного быстренько бифла какой-нибудь оформим. А, если тут есть кто-то, кого можно оформить быстренько. Че, всех пораспугали? А вот вроде довольно одинокий бифла. Что-то не очень одинокий. Так, ладно. Иди за мной. Копытная. Так, те двое плевать на тебя хотели. Поэтому ты должен погибнуть. Да гад. Один, два, три, четыре, пять, отбегаем. Один, два, три, четыре, пять, отбегаем. Простая тактика по убийству бифола. Так, я забыл считать. Ну, гибни уже, что ли, а? Вот животное. Отлично. Так, что, сил подубавилось. Ладно, бывает. Дров у меня совсем-совсем печалька, да? Так, навозом потопим. Все ок будет. А тут срубим вот это деревце. Быстренько так. А-а-а, рубись. Отлично. Чешем костру, жарим это мясо и можем идти дальше. А! Куда ты сырое съела? Тупырь. Воды. Жарим тогда, что есть. Пожарили. Так, оружие есть, броня какая-никакая есть. Чтобы еще сделать, нужны больше дров и больше веревок. Понятно. Дать какашки жечь. И сбегаем наверх. По-моему, они все куда-то туда убежали. Если я тут continuum. Setting, disconnect. Это я если отконнекчусь, я потом не смогу, естественно, продолжить. Что за звук? Ой. Это нехороший звук. Так, ладно, не теряй силы. Они в аккурат сейчас тебе пригодятся, парень. Так, бери тогда оружие в руки. Может так случиться, что нам сейчас придется вступить в бой. Где-то собаки. Я думаю, встреча с собаками не несет ничего в себе хорошего. Ой-ой-ой. Звуки прям не внушают чувства защищенности. Я аж чуть не подавился воздухом. Так, сколько зайцев-то тут? Что-то нор. Что за кролик-пати? Смотрите, просто какой-то кроличий флешмоб. Давайте их траву все пособираем. Потому что она очень нужна нам. Дабы еще броню сделать. Да, чего ты скулишь? Мы пока что травку собираем. На вас пока не заглядываемся. Так, слышу. Я тоже слышу. Я слышу трепещу между делом. Так, куда мы забежали? Здесь вроде никого не было. Смотрите, сколько травы. Не собратой. Нас всего трое.
Сервер, по-моему, всего на троих рассчитан. Хотя максимум шестеро могут быть. По-моему, в шестером веселей. Угу. Слышать-то я слышу. Что с того? Вот эту всю травищу собираем. Морковочку. Так, и где собачки? Они ко всем нам прибегут или только к кому-то одному? Вот в чем, кстати, вопрос. Блин, я уж напугался. Эта дурацкая птица орет. Я уже да. Где-то там бегает. Ладно, пофиг на нее. Что-то собаки явно не ко мне пришли. Они, может быть, у кого-то. Давайте спросим. У кого? Собаки. Кому, чувачки, пришел ли собаки, а? Да, они к одному приходят. Походу, к тому, кто создал. Или это рандомно? Интересно. Не очень понятно. А, у меня еще не стак, не полный стак. Ладно, ладно. Так, я полный стак, наверное, и не хочу. Я хочу еще дров. Дождик пошел. Еще дровишек. Супер. Броня это не самое лучшее. А, блин, еще же дождь на Макане. На Макане будет идти? Чем мне от дождя-то прятаться? Под чем, вернее? Тут мы были. Давайте, наверное, вправо будем двигаться. Слышно через микрофон? Нет, тебя не слышно через микрофон. Абсолютно не слышно. Так, бифалка приблудился. Как я это понял? Собак я слышал, как я понял. Так, я ему сейчас, наверное, мозг взорвал, написал, что ничего не слышал, потом написал, что собак слышал. Я думал, что это он что-то в микрофон говорил и ждал реакции. Оказывается, он понять не может, откуда я узнал, что у него собаки были. Но все тут очевидно. Довольно-таки. Болото, блин, по болоту опасно гулять. Эти две веревки сделаем. Но зато на болоте можно оружие найти. Можно, скорее всего, и нужно найти оружие. Давайте пробежимся. А мы, кстати, там дрались щупальцами. Наверное, назад вернуться. Щупальца взять, это щупальца будет классным оружием. Так, паук. Еще кто-то, еще. Так, вот она, дубиночка.
Отлично. Сваливаем. Можно йотер в руки взять. Она всяко лучше вот этой фигни. Что-то я не уверен, что хочу лазить по болотам вообще. Вообще нет такой во мне уверенности. Давайте вниз спустимся. Ой. Что темнеет? Ладно, переживем. Кстати, траву-то можно и собрать. Что ее разбрасывать? Так, ну мы уже немножко узнали. Узнали то, что собаки приходят кому-то одному. Это немаловажно. Насколько часто они будут переходить? Они пришли, получается, на 4-й. А World Day 9. Кого-то там убил. А, его темнота убила. Давайте спросим. Как ты умер, парень? Что за... What the fuck? Он теперь призраком будет летать? Собака убила. Так, нафиг ты еще один врубил. Занятно. А мы тебя резнуть же как-то можем? Интересно, как? Интересно, стоит ли заниматься его воскрешением? Или пофиг? Или он сам как-то воскресится? Не уверен. Я уже 5-й день живу в этом мире. А вообще он 10 дней существует. Так. Что такое? Рядом со мной призрак? Занятно. Или он не рядом со мной? Ладно, давайте костер разведем. И поедим. Или это просто показывается, что кто-то один призрак. Она, кстати, будет тоже посмотреть эту механику игры призраком. Но это мы в отдельном видео, наверное, сделаем. Кому-нибудь в мир вломимся, да умрем. Для примера. Здесь я пока хочу повыживать. Едим все, что тут есть. Еще немножко мяса. О, все, мега сила. Отлично. Это что такое? Какая-то фигня неведомая. Воу! Что за нафиг? Вот это неожиданно. What the fuck? Метеориты. Это жестко. Что-то вообще не понял, по какому принципу они попадали. И всего лишь пару. Вот эти вот ожоги, это в аккурат, наверное, от метеоритов. Так, лол. Ты что ли сделал? Пакостник. Так, давайте спросим. Так. Били у кого? Били у кого метеориты? Давайте так спросим. Что-то. О, это что еще? Тут летающая тарелка пролетала. Что за странная фигня? Это реально странная фигня. Так. Так, я что-нибудь ответил? Я что-то не понял. Ничего не ответил. Так. Меня ударил один метеорит, парень.
пока ты где-то умеешь носишься. Почему бы этой штукой не воспользоваться? Давайте куда-нибудь перенесемся. Занятно. Самое начало. Как тебя воскресить-то вообще? Вот в чем вопрос. Давайте сбегаем. Его на карте как-то обозначают, нет? Что я могу? Могу что-то сделать? Ничего не могу. С порталом тут ничего не сделаешь. Ну ладно. Рассудок у меня зато падает. Это не здорово ни разу. Давайте съедим. И деревце срубим. Как нам этого парня воскресить? Вот в чем вопрос. И стоит ли? Тоже занятный вопрос. Ладно, давайте ночи, наверное, дождемся. И эту серию, наверное, на этом и закончим. Может спросить, где он умер? Так, как тебя воскресить? Давайте узнаем, может он знает. Ему как призраку, может, виднее. Или он не в теме. Что-то он молчит. Так, еще дровишек. Семечки. Семечки, они как-то не очень интересно восстанавливают, всего лишь по 5 единиц. Шишка. А если тут туча энтов вылезет, интересно, это будет проблемой? Или не очень? Все это собираем. И, наверное, здесь костер разведем. Ты по-прежнему призрак. Ты где, парень, лазишь? Или ты девушка, или парень? Акцелндм. Непонятно вообще, что-то где-то молчит, бегает. Что ты на меня отвечаешь? Не знаешь, как тебя воскресить? Хорошо, давайте тогда на этом пока что закончим. Продолжим в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.